Казалось бы, обычная обстановка. Пешеход хочет перейти, но вдруг он погибает. Его сбивает машина. Давайте-ка мы с вами разберемся, в чем основная причина. Мгновение до катастрофы. Вернемся-ка назад в прошлое. Смотрите, вот пешеход и машина. За мгновение до смерти пешехода водитель непонятно куда смотрел. Избивает насмерть пешехода. Он погиб от разрыва органов и перелома костей. Но если бы вот этого вот не произошло, но что нужно делать, чтобы такого не произошло? Мы будем проводить расследование. Насчет водителя. Вместо того, чтобы смотреть на дорогу, он смотрел на телефон. Но если бы он смотрел на дорогу, что бы было? Если бы он смотрел на дорогу, пешеход бы спокойно перешел, потому что водитель бы затормозил и пропустил его. Так что отложите телефон в бардачок, пока вы за рулем сидите.